если вы не забыли, что есть такой Игорь Белый, писатель и как бы автор, по совместительству столяр. Столяр не потому что делает всякую мебель, он гвоздь-то с трудом забивает, руки растут из жопы. Обычно он пишет тексты в рифму или не очень, пихает их в стол уныло, а вот потому он столяр. Вот потому приходите 15 апреля, он выйдет с гитарой на сцену, такой весь кусок эпохи. Столяр или не столяр, автор или не автор, мебель пора на свалку, бумагу в макулатуру. А с песнями непонятно, и если вы не придете, автор убьется об стену, будет ведь неудобно. Пам-пам.